Забросы, только тонко касаться руки и волос твоих цветом восемь. Я в навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. Что оставалось близкой и бесконечно далекой. Это было романтизированное чувство. Да, близости не было. Порой ей хотелось пойти за тобой все равно куда. Но она бессмысленно ломала в себе это. И в итоге подчинила сердце разуму. Она видела, как тебе трудно. Но ты был одинок, она не могла, не в силах была дать тебе больше. Так она говорила, никто из нас не помог, как ему по-настоящему. Мы все оставляли его. Я не боюсь его. Да, я...
кладбище усеян сад берез и сглоданные кости.